Написать музыку к фильму «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Попросили знаменитого голливудского композитора Ханса Циммера. Но тот уже работал над кинолентой «Последний самурай» и предложил вместо себя молодого композитора, который работал у него в студии, Клауса Бадельта. Однако Ханс Циммер не оставил этот проект и принял непосредственное участие в написании основных тем к фильму. Поскольку график был очень плотным и музыка была необходима для фильма через 3 недели, 7 других композиторов были призваны помочь оркестровать музыку и писать дополнительные реплики. Полученная партитура записана в течение 4 дней. Клаус Бадельт. «Пираты Карибского моря» исполняет симфонический оркестр. Дирижер Вячеслав Филипенков. Thank you.
Симфонический оркестр губернаторской симфонической школы под управлением Владимира Нашевского. Дирижер Вячеслав Филипенко.